Привет всем присутствующим. Этот выпуск собирался посвятить второй половине обзора комплекта по вихревой медицине. Тем не менее, обстоятельства несколько изменились, и я решил продемонстрировать показ реальной ситуации по эффективности лечения вихревой медициной. Хочу сразу предупредить скорострелов, любящих двухминутные короткометражки, идите куда-нибудь лесом и не нойте, как несмазанные ворота. Дней 10 назад произошел оригинальный случай. Ко мне в дверь позвонила соседка. Знакомство у нас было чисто шапошным, типа «здрасте, здрасте». Изредка переговаривались о том о сём. О моей деятельности не была в курсе. Знала только, что некий электронщик. Я открыл дверь и увидел, что она еле стоит на ногах. Оперевшись телом об стену, лицо болезненно вымученное, еле выговаривает слова с заложенным носом. Причем был явный приступ астмы, при котором обычно уже вызывают скорую. Дышала очень тяжело с характерным свистом. Медленно протягивая ключи от своей квартиры, говорит, что ее кладут в больницу на операцию по удалению полипов через 5 суток. А у нее кот остается один и просит присмотреть за ним. Абсолютная отрешенность в голосе. Обычно с такой интонацией прощаются с жизнью. Ну или на последнем выдохе диктуют завещание. Живет одна, родственников поблизости нет. По поводу ключа я нехотя пытался отмахаться. Так как вот так останешься с ключами от чужой квартиры, а потом мало ли что. Ну конечно, увидев ее состояние и услышав про операцию, я тут же ее перебил и стал настаивать пройти сеанс по вихревой медицине. А с операцией повременить. Взял свой усиленный генератор и гибрид, который вам уже показывал. Пошли к ней и на минут 20 на нос, и на бронхи приложили гибридный тор. Так как состояние было очень плохое, то я внимательно следил за ее реакцией. Мало ли, как может отреагировать организм на подобное воздействие при таком плачевном состоянии. Конечно, в процессе пытался объяснить, что это вообще такое и как может ей помочь. Было видно, как прямо на глазах у нее улучшается дыхание, пробивается нос и уходит приступ астмы. А ее попытка сообразить, что вообще происходит и как такое возможно, явно стала бурным восторгом. Слегка проконтролировал ее реакцию и результаты. И, конечно, еще поработали с воздействием посоха. Положительная реакция была очень бурной. Она совершенно изменилась в лице, стала дышать через нос и без проблем. Астма практически исчезла. Тем не менее, я не смог ее уговорить от отказа от операции. И она все-таки легла. Операция была очень тяжелой. 2 раза ее переводили в реанимацию. Так как общее состояние из-за послеоперационных последствий было никакое. Очень долго не могли остановить кровь. Я на следующий день привез ей комплект с гибридом и с плоской катушкой. Сегодня ее выписали, но хотели уговорить на еще одну операцию. Она категорически отказалась, так как оставаться в этой пыточной уже совсем не хотелось. Всех этих мучений можно было бы избежать, если бы все-таки меня послушалось. Всего пару недель, и она забыла бы про полипы и свою астму. Ко всему прочему, у нее еще проблема с почками. Есть камешек и опухоль на ноге, но не злокачественная. Когда она приехала домой, то сразу мне в дверь позвонила. Я договорился с ней дальше поработать и подумал, что стоило бы все это записать, так как есть документальные подтверждения ее проблем. Вот направление на операцию и описание из медкниги. К тому же через пару дней ей выдадут выписку из больницы. Да и код в тему. Для стрелочников про плацебо. Кстати, мой код тоже имел подобную проблему. Еще страдал тем, что периодически довольно часто отрыгивал. Как это бывает у котов, если волос много слижут. Но от подобного умерла его мама более 3 лет назад. Именно из-за этого. Утром увидели ее лежащую в луже крови из пасти. К сожалению, я тогда еще не занимался вихревой медициной. А так, возможно, была бы жива до сих пор. Но теперь у моего кота вообще нет никаких проблем. Хотя ему уже 13 лет. И спокойно кормим сухим кормом, так как не боимся побочек.
А раньше ограничивали. Ладно, пока посмотрите некоторые отрывки, а в конце еще прокомментируем. Значит, расскажи мне, пожалуйста, сначала, как было дело. Ты вот пришла ко мне. Должны были положить в больницу. Это за неделю до. Да, за неделю. И это самое, хотела ключи оставить. И была в таком состоянии, что я пришла за неделю до больницы, потому что думаю, ну не знаю, доживу я до той больницы или нет. Я вообще не дышать не могла. И ни запах этот, чтобы втянуть воздух носом не могла. Ни с астмой проблемы были, что я дышать не могла, свист. Ну, то есть нос весь был заложен вообще, да. Ну, ты, да, там, то не носом. Нос весь заложен, ртом дышала и то хрипела. И астма была приступ, когда ты там свистела, да. Так что да, было да. Дело. Так, а каким спреем ты пользовалась? Я это с флексотидом и сальбутамолом. Флексотид лечит, и сальбутамол. Сколько перед этим ты раз пользовалась? Ну, тогда два раза флексотида. Оно и помогло, не помогло? Это самое, ну вот... После сальбутамола немного легчало, после флексотида. Ну, приступы начинались, пришлось помогать сальбутамолом. Вот. Понятно. Вот хорошо, значит, так, ну, я тут тебя в оборот взял. Ну, предложим помощь, как говорится. Вот, и мы с тобой, значит, что взяли, сделали? Вот, взяли вот это, да, аппарат. Да. И мы с ним... То есть к носу я тебе приложил, да, это, да, дело, да. И тебе что после сразу стало? Как? Сразу мне прошла заложенность полностью из носа на целый час. Сразу, так, вот после первого раза заложенность прошла сразу полностью на первый час, потом она вернулась. С астмой как? А с астмой, пока мы прибор держали, приступ ушел, дышать стало легче. Когда мы прибор убрали... Постепенно приступ вернулся. Вот так было. И ночь как ты провела? Первый раз. Ночь провела неплохо. Ну, то есть... По сравнению с тем, как были ночи, эта ночь была неплохо. А на следующий день наступил какой-то непонятный бодрячок. Что какая-то, я говорю, такая радость, такая приподнятость, такая сила. Если утром было так тяжело вставать с постели... Надо было раскачаться, сейчас глаза не смотрят, света не видят. А то, слушай, глаза смотрят, а как эта сила, какая-то энергия появилась. Вот я просто не могла понять, даже я не могла это даже совместить с этим аппаратом, потому что мне казалось, что ну, что-то сверхъестественное, такого со мной не было. И чтобы за один раз вот что-то мне помог аппарат, у меня даже веры, честно, такой не было. Ну, такое чувство было на крыльях. Ну, а потом как-то вот это вот... Такой всплеск, он как бы прошел у меня. Ну, утренний, да. Да, и это сам... Нет, он не утренний был. Не утренний. Он это сам, я вообще весь день чувствовала так, да, прекрасно. Вот. А потом уже на следующий день такого всплеска не было. Я же на следующий день тебе пришел. Но самочувствие, опять. Самочувствие было намного лучше. Угу. Просто такой энергии, вот такой бешеной, как первый день, не было. Но что вот самочувствие, оно все равно оставалось бодрым. Легко было вставать с постели. Угу. И вот, ну так. Ну вот, и с носом стало значительно легче. А нос постепенно становился легче. И вот мы с тобой несколько дней. Ну вышло, значит, что 5 дней до врача. Да, 5 дней, как раз, да. До тебя должны были положить в больницу, и вот потом ты должна была появиться у врача, да? Да, да, да. Вот, и тебя должны были на следующий день положить. Вот. Ну, я тебя, конечно, пытался отговорить, но ты не захотела. Да. Вот. Хотя состояние к этому моменту какое было? Состояние, когда я пришла к врачу, я ничего не сказала, что там я что-то делала или что. Просто попросила, говорю, посмотрите еще раз нос, что там за состояние, хуже, лучше. Она посмотрела нос и сказала, что это самое. Полипы как бы нету слизи этой в носу, которая способствует их развитию. В левой ноздре были подсохшие, так вот хорошо подсохшие. В правой, но там огромадные были, то там было похуже дело. Но сухость наступила, ну я не скажу, что они исчезли, или там нет, они конечно, сильно уменьшились, но они подсохли все. Если они были такие разбухшие, мокрые, что вообще никак дышать нельзя, то они, это со мной, во-первых, легче дышать стало. Ну, ты дышала уже носом.
Я уже дышала носом и смогла дожить до операции. Двумя или одним? Ну, ноздрями. Правая ноздря дышала хуже, потому что у меня там перегородка смещена, и полив был очень большой. Там было 3, а в этой было 4, но тут перегородка влево не смещена. И это самое... Что-то хотела сказать, уже забыла. И, короче говоря, что они в обоих ноздрях были подсохшие. Так, а с астмой как было? А с астмой это самое... То есть ты тогда пользовалась вот все время? Я пользовалась этим... флексотидами, пользовалась очень до последнее того. Время часто с альбутамолом, потому что у меня увеличились приступы обалденно. После препарата у меня получилось так, что флексотид я не бросала, вот, а с альбутамолом я как-то реже, и уже перед больницей я вообще не пользовалась. Не препарат, а аппаратом. Нет, я имею в виду, ты имеешь, я имею в виду, что после твоего аппарата я флексотидом пользовалась, а сальбутамолов, который снимает приступ вот резкий, который на горло действует. Да, все меньше пользовалась, и уже перед больницей я его уже убрала. Да. Ну, приступов не было уже таких вот, чтобы. Нет. Как ты тогда пришла ко мне, что. Идти не могла там. Нет. И свист такой стоял, что этого вообще ж не было. Это самое вот. С носом ты дышала все, но тем не менее ты согласилась на операцию. Ну, согласилась на операцию просто из-за того, что не хотелось, все готово было. И просто из-за того, что мне врач сказала, что их очень много и такие огромные. И мне вот я уже настолько смучилась за это время, что я не дышу, и мне хотелось вот просто сегодня, кажется, вот всю секунду убрать вот это все, чтобы я задышала. Еще ж ты напомни, как было, тебе же уже делали операцию. Мне делали операцию, мне в 17 году, в августе делали точно такую же операцию. И тоже? И это самое. Тоже, да, так точно такую, аналогичную. И вот прошло сколько времени, сейчас и тебе считаю. Там делали, как ты рассказывала там... Это было что-то. Да. Я врагу не пожелаю. Так еще, между прочим, я рассказывала, что тогда было очень больно. Угу. Хоть они якобы обезболивают, но я не знаю, как в наше время можно так обезболить. Но сейчас, это было в 3 раза гестапо то, которое было. Это было вообще, потому что они все были очень глубоко. Он даже отодвигал мне перегородку без обезболивания, чтобы влезть туда вглубь. Мне казалось, что у меня вырывают глаза, десна. Это было все. Кстати, да, насчет глаз ты говорила точно. Вот. Да. Тебя на следующий день, после вот первого раза, что там ты говорила? Понимаешь, у меня была на глаза такая какая-то насунутость, усталость. Мне вообще врач ставил начальную стадию катаракты. Вот, там капельки выписывал, но все равно я капала. Ну вот я говорю, такое вот выходишь, и вот ну как-то так тяжело глазам. Вот не хочется их открывать, хочется постоянно вот как-то закрыть и сидеть. А вот после... Вот я говорю, сразу вот после первых сеансов такое вот очень так легко смотреть стало. Вот хочется на свет глядеть, короче. Хорошо, еще насчет кота расскажи. А, ну да, когда начали меня лечить Майская, этим препаратом, и я говорю, что котик проблема в 2 суток раз мочится, бывает даже в 3, что врачи говорят, ой, такого быть не может. И в 2 суток он раз ходил в туалет. Кричал, плакал, это было что-то. Вот. Но уже мне перед больницей некогда было заниматься. И предложил, ты говоришь, давай его так сделаем. Мы сделали, слушай, на следующее. И получилось так, что как раз он несколько суток не писал, он только с вечера сходил. Мы подержали аппарат, и он утром пошел в туалет. Это такого, ну, чтобы через 12 часов такого не было. Ну и потом вот начали ему прикладывать. И у него выровнялось, он сейчас ходит раз в сутки. По сравнению с тем, может это и мало для кота, но по сравнению с тем, как он ходил вдвое раз один, то теперь, конечно, это супер. Но еще сегодня, дело в том, что ты же сегодня выписалась. Да. Тебя выписали, точнее, из больницы. Да. Вот, и вот поэтому мы сейчас тут и с тобой разговариваем. Да. Значит, и с котом вот уже посмотришь, потому что ну, надо будет еще через несколько дней с тобой вот обсудить. Сейчас мы вот поработаем с этими делами всеми, все это сделаем и с посохом, и я сейчас диагностику твою проверю, то есть все это сделаем, и с котом еще пару дней, посмотрим результаты как будут, после этой ужасной операции. Ну вот сейчас я с больницы вышла, сильная стенокардия, обалденная, это само сердце стучит 110-120 ударов в минуту, и вот я не знаю,
Или это препараты тебе подействовали, или это что? Ну, тебе же столько лекарств давали. Вот это все, потому что когда мне после операции было плохо, приступ, может, медикаменты не пошли, что меня в реанимации. Так, Маська, только не трогай, пожалуйста. Максим, нельзя. Значит, сейчас проверяем ауру. То есть твою защитную оболочку. Что произошло, я еще не смерил. После того, как... Наверное, она разрушилась после этих... Сейчас посмотрим. Лекарств это, наверное, вообще. Ой, блин, да. Да, ну я же тебе совсем. Говорю. Совсем. Потому что столько это всего и так тяжело в организме. Ужасно. Да. Так, и пошло. Ой, тут... Да, тут вообще кошмар. Было ж уже, слушай, перед больницей, так это ровненько все. Да, все было красиво. А сейчас. Ну, кота нравится, когда это. Я рамочкой. Так, ну тут снизу еще более-менее. Но сверху, да, у тебя полностью все. Ну, особенно чем ближе сюда, вот где это. Вот, вот смотрим еще раз. Так, вот так. Понеслось. Так, давай-ка спиной еще повернись. Чуть дальше. Маська, это не игрушка. Да, та же картина, так, ко мне поворачивайся. Чем, наверное, выше сюда, тем хуже. Да, конечно. У тебя там вся, вот вся эта область получается. Ну вот все, где и вот бронхи, это пошла, да, отдышка, и... да. Так, сейчас с чакрами разберемся. Так, Максим, тебя проверять ничего не надо. Тебя только лечить надо аппаратом, а проверять нет. Да, что ты еще отвечай. Тебя не надо. О, как он внимательно смотрит. Вообще супер. Блин, ну вообще, да. Все. Ну я же тебе говорю, что нету, дыхалки нету. Совсем. В общем, сбили все, что могли. Было 2 метра где-то вот до меня. Нет, ну 2 метра это было когда на активе. Ну. Нет, 2 метра это... Вот метр где-то, около метра. Ну было. Да, да я знаю, что далеко, ну, вот уже подходил, идет. Да. Так, значит, сейчас я проверю по твоим органам. Ну, именно, что именно у нас, какие проблемы по органам. Ну, давай. Ухи, болезненная операция, это все. Так, получается у тебя ниже носа. Ниже носа, то есть где-то вот туда вот уходит это все, да? Гайморовые пазухи под глаза, да, почему? Там чистил. Вот у меня сразу показывает, что там, да. Да, особенно вот эта сторона. Ну сюда чистил. Вот эта сторона очень сильная. Ну так было больно. Это все. Да, здесь полностью все забито. А если учесть, что он сказал, что еще гайморит, надо проколы делать, просто что я уже. Так, у тебя тут вот еще, значит, это или лимфоузлы. Вот здесь вот. Ты знаешь, в последнее время я начала замечать, что мне здесь что-то душит. Ну вот, вот я вижу, что оно очень сильно довольно. Особенно вот эта сторона. Иногда такое, вот у меня раньше не было, а сейчас замечаю иногда такое удушье. Я вот и хотела проверить эту щитовидку. Так, тут тоже. В общем, у тебя тут полностью воспалительное.
полностью такое. Ну, может, оно еще и от горла идет, потому что горло — это пипец. Я ему сказала про горло. Он сказал, от того, что нос не работал, дышали постоянно ртом. Ну да, да. Все микробы, весь холод, все было во рту. Тут тоже кошмар. Вот, да, но легкие, тут не только бронхи, я смотрю, и легкие тоже. Ой, блин, тут вообще. Легкие, да, дышать не дают. Не то астма, не то с легкими. Я, главное, хотела талон к врачу отложить. Так видишь, что получается. Пульмонолог на больничном, Кравцова до 5 числа на какой-то комиссии. Так, вот я тут еще что-то. Тут еще что-то поджелудочное? Да. Нет? Не знаю, короче, я только вижу очаг. Короче, я же тебе говорю, что крашу в рот кладу. Крашу в лоб кладут. Макси, так внимательно смотрим. Что с его мамой делать? Ну тут желудок, да? Желудок? Ну, выше у тебя желудок. У меня это вот здесь желудок. Вообще-то, да. Вообще-то, да. Вот здесь желудок, сюда вот печень пошла. Тут мочевой больше. Да, вот здесь больше мочевой уже идет. Ну вот почему-то и тут показывает, что у тебя тут какие-то проблемы. Короче, у тебя тут общее повреждение, то сейчас сложно вообще понять что-либо. Ну, ты знаешь... Типа надо вот почистить сейчас, ну, от всего вот этим вот. И уже после этого смотреть остаточную. Потому что тут, я смотрю, вот тут вообще кошмар. Просто куда ни посмотришь, везде. А тут, может быть, сейчас оно идет внизу показывать, я не знаю. Ведь все эти лекарства, они ж куда сейчас опускаются? А, ой, да. Что столько лекарств было, они ж идут в почки. Да, да, почки, давай я поворачиваюсь. Чуть дальше встань. Что надо заднюю. Так, сверху не буду смотреть, но вот тут. Там тоже сзади. Да, вот тут вот пошло. Почки. Так, это правая сторона, с правой стороны у тебя тут. Да, и на левую тоже прямо. Еще больше, по-моему. На левую то сразу, вот, сразу становится, а на правую так. Ну да, в общем, левая больше. Ладно, понятно, тут понятно, что надо разбираться с общим состоянием. Значит так, что мы сейчас будем делать? Сейчас прикладываем, наверное, насчет носа, давай так, с бронхов начнем, то есть большой. Сейчас я попью воды, потому что... Да. Коля, ты Коля. И мне сперва как-то легчать начало. А потом мне начало становиться хуже. И вот ощутимо хуже. А не Коля, да мне хуже. И я говорю, доктор, не колите, я умираю. Мне уже не надо. Не колите, мне хуже. И они приостановили, слушай. И потом еще плохо-плохо, и пошло опять выравниваться. Но чтобы сказать, что совсем вот так вот легко сразу стало, нет. Это так было длительно и мучительно. Я говорю, если бы я была дома... И вот так как одна, я не люблю скорую звать, я ее никогда не зову. Я все думаю, ай, ну что беспокоит, пройдет. То ты знаешь, было бы уже, наверное, поздно. Потому что оно как-то нахлынуло резко. Так, ладно, значит, сейчас подключаем аппарат. Другой. Да, это потом я могу посидеть, если что, если он тебе... Да, это ты еще потом посидишь, конечно. Сейчас мы вот, значит, становились. Сейчас я прикрою, что-то хочется много уже. Так, становись. Вот, нет, вот давай так. Как, спиной или как? Все, все, давай сюда. Вот так, да. Хорошо. Вот, и будем как можно ближе, потому что тебе тут случай экстренный. Контакт уходит. Да. Все, значит, вот стоим. 32 минуты сейчас. Да, и где-то минут 15 нам надо... Ну, хотя бы 10, хотя бы 10. Это сейчас проверим, выправим. Потому что у тебя уже не первый раз мы делаем это. Поэтому иммунная система должна отработать. Короче, не до полной девяточки. Да, где-то так. Сейчас я вот проверю, как способ. До полной девяточки будет 12 минут. Хотя посох впереди стоит. Так, ну вот тут
Видишь, уже от него сила пошла. Максик-то смотрит, моя ты золотая. Моя ты золотая. Обработаю. Посмотрим, какая аура. Так, 10 минут прошло, да? Да, прошло. Ну, это и не видно. Ну, короче, метр, да? Больше даже метр. Ну да, где-то больше, больше. Уже больше. Понятно, хорошо. Так. Чисто. Показать, что энергия идет. Сейчас проверяю последнее. 15 минут у нас. Да. Было. О, блин. 1.5 метра, да? Угу. Уже, наверное, не видно, да, с этого. Где-то так, потому что я же дальше. Больше 1.5 метра. Так, сейчас я отключаю и смотрим без. Легче мне стало вроде дышать после этого аппарата. Чтобы приступ этот был. Сейчас легче дышать. Вот и сейчас стенокардию эту интересно засечь. Да, тоже будет. Да. Проверить, очень интересно. Так, ну вот смотри. Угу, мы сейчас поднялись. Это сколько? Почти метр, да? Угу. Ну, не, чуть меньше. Ну, почти метр. Меньше, ну, почти что, где-то, может, 90. И смотри, что у нас тут. У нас все выровнялось. То есть сейчас оболочка чистая. Да, отлично. Так. Сейчас чакры глянем. Тут вообще дотрагивался до меня, правда? Ну. Так, ну и тут вот сразу говорю. Ну, то есть вот все искажения 15 минут было достаточно. Ну, так тоже не первый раз. И так надо было минимум полчаса. Так, хорошо, значит, сейчас проверим пульс, да? Интересно просто мне ради себя. Было 120, потом стало 110. 15. Нет, пульс. Такой 100, да? 115. Ну, да, примерно такой же, да? Хорошо. Это... Просто мне кажется, сейчас знаешь, реакция что... еще ведет. Мне кажется, да, просто он, знаешь, что стал меньше, ну как тебе сказать, то я его чувствовала просто аж вот так, аж кофта ходила ходуном. А сейчас вот просто ну, тяжелее было прослушивать. Удары остались те же, но он как бы тише стал. Ну как быстро, ну, ну как тебе, не так вот. Не трепыхался. Нет, понятно, хорошо. Так, ну вот тогда уже все. В общем, короче, я пока покидаю тебя, значит, вот садись с этим, с коробочкой, и на нас уже. А уже завтра мы дальше продолжим опять с посохом. Я посох оставлю. Это все оставлю, в общем, будешь заниматься. А что ты говорил, через 3 дня, ну раз такая больная, то сейчас каждый день пока будет, да? Да, будем каждый день. Вы посмотрели рабочие моменты проверки состояния здоровья и коррекции довольно тяжелой ситуации. Буквально 3 дня назад ее еще откачивали в реанимации. Параллельно пичкали огромным количеством лекарств, что просто нейтрализовало защиту организма. Вот это яркий пример, насколько обычные медицинские методы довольно болезненны и почти бесполезны, и даже вредны. Вот ей почти 2 года назад делали то же самое. А ведь полипы – это есть плесень, которая организует устойчивую колонию в носу. А возникли они там из-за низкого иммунитета. В результате врачи не устранили причину возникновения болезни, а только удалили следствие. В итоге причина осталась, и болезнь вернулась.
И снова куча химии воет в организм, затравив до крайнего состояния. Очень болезненная операция повреждает и так разрушенные полости в носовом проходе, давая возможность любым зловредным организмам проникать уже вовнутрь ткани. И так постепенно человек из-за химии и повреждений хереет и погибает. А что делает вихревое лечение? Оно не травит организм никакими препаратами. Пробуждает иммунную систему, разрушает нейронные связи той же плесени и других зловредов. Иммунная система уже самостоятельно восстанавливает ткани и удаляет ослабленных вражин. Разница просто огромнейшая. Вот моей соседке пришлось, так сказать, на своей шкуре почувствовать разницу. Конечно, я постараюсь через 1-2 недели продолжить показ этого лечения и доложить о результатах. Пока за это время вы можете задать вопросы по этой ситуации и спросить пациентку. Она и я вам ответим. Чтобы вы понимали, что тут делалось и про какие процессы я говорил, посмотрите мои ролики по пониманию основы зарождения болезни. Ссылки будут внизу. А я берусь за вторую половину проверки комплекта по вихревой медицине. Всем здоровья и бодрости. До свидания. Барсук, лапу дай. Васик, дай лапу. Молодец, хороший мальчик. Молодчина. Скажи, мама. Барсук, мяма, скажи. Васик. Молодец. Дай лапу. Молодец. Хороший мальчик.